Всего три слова. Дубай, Крик, Харбор. Сегодня мы покажем вам не какую-то квартиру или даже билдинг, а целый огромный район. Дубай Крик Харбор – это будущий новый центр Дубая. Это мастер-план компании Imar, крупнейшего частного девелопера в мире за пределами Китая. Это территория застройки в 5 квадратных километров. Через несколько лет здесь возникнет самая высокая в мире башня – Крик Тауэр. Это будет первое в истории человечества строение, чья высота превысит 1 километр. На событии, посвященном запуску башни, глава компании Мухаммед Алабар проводил аналогию с Парижем. Дело в том, что в Париже квартиры с видом на Эйфелеву башню стоят примерно на 30% дороже, чем аналогичные. Крик Тауэр даст примерно такой же, если не больший прирост стоимости. Почему это будущий улучшенный новый центр Downtown 2.0? Дело в том, что Downtown проектировали более 15 лет назад, но несмотря на то, что это была достаточно сильная команда международных специалистов, они допустили некоторые просчеты, а именно, в Downtown всего один въезд, один выезд, одна станция метро и наблюдается явный недостаток зеленых зон и воды. В Крик-Харборе все это будет исправлено. Здесь два въезда, по одному со стороны дороги Розельхор и по одному со стороны Аль-Джидав, 4 станции метро, 12-15% всей площади застройки займут зеленые парковые зоны. Здесь расположился потрясающий заповедник Розельхор, в котором представлены несколько сотен видов диких животных, в том числе фламинго. Это историческая часть Дубая, Дубай Крик, где когда-то добывали жемчуг, ловили рыбу, а сейчас здесь располагается новый район и новый будущий центр. Конечно же, в Крик-Харборе будет пляж. 300 метров, Infinity Grind, привезенный крупнозернистый песок. И расположится он перед зданиями Sunset и Breeze. Над пляжем также возвысится башня Вида, еще один отельный бренд Imar. И доступ на пляж, разумеется, будет только у жителей и гостей Крик-Харбора. А сейчас давайте посмотрим шоу-апартаменты в одной из уже готовых башен. Добро пожаловать в шоу-апартаменты Дубай Крик Харбор, которые находятся в башне Криксайд 18. Мы сейчас находимся на 34 этаже. Это трехбедрумная квартира, включающая в себя гостиную, три спальни и кухню плюс maids room. Абсолютно все квартиры сдаются с чистовой отделкой. Это значит, что вы здесь не услышите изящных шумов дрели, к которым мы так привыкли в России. Центральная система кондиционирования, электричество, освещение, выключатели, розетки. Все будет полностью предусмотрено под ключ. Кухня будет полностью встроенная, немецкого качества тег. Это один из премиальных видов, открывающийся на залив и на центр города Даунтаун. Здесь мы можем увидеть две башни Адресса, которые будут достроены в сентябре 2022 года. На данный момент Даунтаун Адресс – это плюс 50-60% к оригинальной цене. Дальше мы можем увидеть строящийся билдинг The Grand, который будет сдаваться в апреле 2022 года. И это самая высокая башня на всем полуострове. Harbor View, который мы видим по правую сторону, уже готов, и вы можете заселиться в следующем месяце. С построением новых зданий, с вводом в эксплуатацию парков и, конечно же, с ростом башни стоимость будет неуклонно расти. Мы прогнозируем примерную капитализацию в районе 20-30% в год. Кроме того, здесь достаточно высокий ROI, то есть коэффициент возврата инвестиций по аренде. Около 8, 10, может быть даже 12% в зависимости от билдинга и от видовых характеристик конкретной квартиры.
Здесь будет несколько школ, несколько больниц, а также огромное количество рекреационных зон, небольшие парки, детские площадки, футбольные поля и так далее, которые, безусловно, будут обеспечивать высочайший уровень комфорта для жителей и гостей района. Один из мощнейших центров притяжения наряду с Creek Tower – это Square Mall. Это самый большой в мире молл. Он в 2,2 раза больше, чем Dubai Mall. Его площадь можно сравнить с площадью примерно 100 футбольных полей. Дубай – это город, который обладает пальмой первенства во многих номинациях, в том числе в наличии самого высокого билдинга в мире. Он планирует закрепить этот статус на долгие-долгие годы вперед. Creek Tower – это абсолютно уникальное сооружение, это потрясающее строение, это памятник архитектуры, который будет привлекать миллионы туристов и инвесторов со всего мира. В это сложно поверить, но всего через несколько лет здесь поднимется из песка новое чудо света. С другой стороны, Эмар уже сделал это с Бурдж-Халифой, возможность постройки которых в начале нулевых не верил никто. А сегодня у вас есть уникальная возможность купить здесь квартиру с выгодными условиями рассрочки, заплатив всего 25% на получение ключей и 75% в течение последующих 3 лет. И, конечно же, как всегда, мы с удовольствием вам с этим поможем. Вся информация о проекте по ссылке в описании. До встречи!